Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, юноша. Защитникам может понадобиться помощь. Хан, сюда! Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Вы что, не взорвали тоннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станции судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель, так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию.
Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело — коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. И удачи тебе. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная. Но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Просто дружеский совет. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Лицом к стене! Помогайте Опять! Правоохранительным органам. Да хватит, их отстаньте, противные! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда готов! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьешь слабовато, однако! Да ты шутом на полставки подрабатываешь? Петра сянешь? Ну-ка попробуй вот это! Ха! Тебе заняться нечем, что ли? Вот это было получше! Ай, ну все одно слабо! Ты че, мало каши ел? Принимаем этого. Посмотрим, как он пошутит на Лубянке. Так, а ты кто?
Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Эти ублюдка! Вперед, быстрее! Берегись! Сюда! Берегись! Ступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Сюда можно только по пропуску. Говорят, кто-то проник снаружи, на одну из станций красной линии. Ничего, КБ не дремлет, парня выловит до вечера. Куда смотрит служба безопасности? Станция до отказа забита. Сюда можно только по пропуску. Они готовят теракты. В каждой арке по диверсанту прячется. Да брось, нам нечего бояться. Граница с фашистами на замке, на каждом входе блокпосты. Крысы не проскочат. А что с поверхностью? Эти гады наверняка пронюхали, как можно напасть на нас сверху. А их пятая колонна тем временем разлагает наш народ, готовит вторжение. Очень хорошо. Всех новоприбывших на станцию мы тогда будем направлять в обезьянники отсиживаться. Ваши люди сами решат, кто шпион, а кто нет. Можешь осмотреть магазины. Обмен валюты, лучший курс. Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Эй, у тебя такого калибра-то нет? Эй, отличная сделка. Скидки, акции, печки, фильтры, ножи. Последняя работа Калашникова. Ну и ладно. Средства от всех проблем. Тульская сталь. Шикарные ножи. Это то... Ну и ладно. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Это уникальная штука. Коллекционная. По рукам. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Ну так что, мужики, двинули, а?
хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Внимание! Всем военнослужащим проверить... Здравствуйте, Сергей Сергеевич. У меня тут пацан из местных. Рвется сражаться. Идейный боец. Идейные товарищи нам всегда нужны. Отлично, сынок. Прикажу выдать тебе форму и оружие немедленно. Полезай в огонь. Внимание! Гражданским лицам воспрещается садиться на поезд без письменного разрешения комиссара. Марш, марш, на фарш. Вот и вся воинская слава. Да у свиней на бой смерть осмысленной. А также иными путями проникнуть на состав считаются изменой и будут жестоко караться. Все по местам. Служащие с фронтовыми путевками должны немедленно занять свои места в вагонах. Попытка остаться на станции считается дезертирством. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то... Ну, из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях.